Специально для Вани Тибикина очень интересный эндшпиль. Да это будет всем интересно. Хорошо, это будет всем интересно. А в чем интерес? В том, что техника. Реализации. Вот смотри, мы уже довольно удачно разбили пешки. Самое главное не спешить в таких позициях. Тухлейшая позиция. Король, ну, F4. Надо аккуратненько пешки надвинуть. Тогда выиграется. Защитили здесь. Так зачем ладья D5? Надо провести какой-то момент Е4, он грозит этими боковыми шахами. Ну, ладья D3 и Е4. А D3 он начнет король G6, H5 пытаться провести. Понимаешь? Интереснейший эндшпиль. Феноменальный, не было такого в истории шахмат. Такое как раз намного чаще встречается в истории шахмат, чем ты мог бы подумать. Ну, проверка на ход король G6. Если не найдет, я успею накатить, наверное. Давай попробуем, ладно, Е4. Лучше бы ты с таким успехом Е5. алкогольную продукцию накатывал. F5. Король Е4. Не, белые добились серьезного прогресса. Достаточно для этого для победы вопрос все равно. В чем идея? Ни в чем, вожу как-то. Ну же 5 может. 5 уменьшает пешечный материал. Нет, надо, видимо, F5 ставить. А когда про этот наш 5? О! Когда надо наш 5 вести? О да, сейчас ты его приведешь туда. Получи шаг с B4. Да, вот он мешает пока. Где D7? Король пошел. Король пошел. Король пошел. Король пошел. Пошел. Да, и наш 5 ты не приведешь так легко. Я E7. Король F8. Я B7, ладья B6. Времени маловато, жаль. Я бы еще повозил бы такую позицию долго, прежде чем какие-то действия предпринимать. О, ужас. А это в чем идея? Ладно, пора F5. DB5. По-моему, вы на месте просто стоите. Нужно как-то на 6 сесть. Мат грозит в один ход. Отлично. Работа воздалась. Ладно, хоть к 40-му справились. Будет эпично, если тебя снесут флаг. Все, здесь должен мат где-то быть уже. Ой-ой-ой. Это было зевнуто? Да нет. Так, а ты не взял ладья H1? Нет.
Проверим технику реализации. Ладно. Отлично. Шикарный эндшпиль. Фантастический. Мы почти уложились.